Ребят, всем привет! И сегодня у нас батл. Батл между новинкой, а именно конкретно Ecovacs Debot N79S. Это умный робот-пылесос. Против уже, можно сказать, старичка iLife под названием модельки А4. У каждого будет полчаса. Взвесим мусорные баки каждого, чтобы потом не высыпать мусор, а просто сразу взвесим, сказать, кто сколько наберет. 254,5 грамма весит мусор нашего Debot, а Life у нас мусорник весит, они примерно даже чуть похожи, если честно, весит 231 грамм. 136,3, в общем, друзья, и 138, да что ж такое-то, 2 грамма. Так, досыпаю. Сейчас сниму, 137, ну вот, все, в общем, плюс-минус полграмма. Все, отлично. Что ж, ребята, вот так вот я разбросал мусор для нашего первого пылесоса, для первого теста. Достаточно много, даже неожиданно. В основном его сконцентрировал вот в этой точке, потому что удобно будет смотреть. И полчаса.
Все, ребят, время вышло. Стоп, машины. Уборка завершена. В целом, в принципе, он проехал, ну, практически везде. Вот ковер вообще идеально, мне понравилось. Хотя я его старался загрязнить. Вот возле ковра, да, но как и любой пылесос, он загоняет вот эти вот штуки сюда, и банально не хватает ему. А так вообще сам ковер, по сути, он реально чистый. Порожки тоже, ребят, без проблем проезжал. Вообще, то есть, как бы даже не задумываясь. На стол заезжал, то есть клиренс очень неплохой. Так что, в принципе, уборку, ну, уборку пока он закончил на очень хорошую оценочку. То есть я так где-то, наверное, 5 с минусом дам. Но единственный минус из-за того, что нету картографии. Ну, то есть только вот из-за этого. Сейчас я все оставшееся уберу, где там что осталось. И А4 ждет своей очереди. Чистота. Ну и дальше вы сами знаете. Робот один здесь, второй там был. И, как вы видите, все я поубирал. Все чисто и готово к новому мусору для нашего iLife. И опять гора мусора для второго робота, для конкурента. Или не конкурента, узнаем по итогу. Вот так вот я все рассыпал, тоже сделал акцент на ковер, на порожек. И полчаса. We'll be right back.
слышите, уже пищит. Все, стоп. Полчаса прошло, ребят, время вышло. Могу сказать объективно, что по уборке, наверное, iLife все-таки немножко уступает современным роботом-пылесосом, все-таки уже 2 года технологии, потому что, в принципе, метался он как-то очень хаотично, то спиралью крутился, то вдоль стен пошел, и, как вы видите, основной показатель – это ковер. Ковер остался, ну, на, так сказать, на, наверное, на 90% чистым. То есть 10%, видите, он то там, то сям. И порожки он не очень так полюбил. Проезжает, конечно, но сами видели. То есть технологии не стоят, поэтому, в принципе, алгоритмы работы изменяются. Но основной показатель – это вес. Давайте на него посмотрим. Ребят, момент истины. Будем в режиме практически онлайн взвешивать контейнеры, чтобы я ничего не высыпал, не просыпал. И будем смотреть. Так, наш Дебот 405,5 грамма собрал. Сразу откладываю. Наш iLife собрал. Тоже аккуратно достаю, чтобы не рассыпать ничего. 368,5 грамма. И, ребят, результаты. 151,2 грамма. Это общий мусор у Дебот. У iLife 137,4. Мусора было 138,3 разбросано. iLife немного не добрал 1 грамм. А Дебот молодец. Он, наоборот, собрал больше. Я подозреваю, что это пыль с ковра. И пыль вообще просто, которую, в принципе, не втянул iLife. То есть, все-таки современные технологии у нас немножко шагнули вперед. В плане, во-первых, улучшенный, как вы видели, Дебот, в принципе, более осмысленно ездит. iLife бывал просто банально начинал крутиться или просто там какие-то не такие хаотичные вообще полностью действия делал. То есть технологии у нас шагнули вперед даже в плане роботов, которые не с картографией, то есть которые не обладают лидаром или построением там графиков и прочего-прочего. То есть мозги у него, зачатки есть, и, в принципе, ну, как вы видите сами, битву он выиграл. Сила сейчас у него посильнее. Давайте подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, чтобы посмотреть, что же у него внутри, если вы этого хотите, конечно, напишите, разбери его, все, всем пока.